Всем добрый вечер. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. И начнем эфир. Все хорошо. Ну, отлично. Сегодня у нас эфир по теме, которая, она на самом деле очень злободневна, скажем так. И она касается абсолютно всех. Никто не избежит этой темы. У каждого в голове она проявляется, эта тема. Но сейчас я ее озвучу. Возможно ли самостоятельно управлять гормональной системой без лекарств, БАД и помощи других специалистов? А сразу забегу вперед, чтобы повысить ваш интерес к этой теме, и скажу, реально возможно. И даже легче, чем вы предполагаете, мои дорогие. Женщин просто как бы приучили к мысли. Хочу вам сказать, действительно, эту идею просто преподнесли и приучили к мысли, что баланс гормонального фона – это сложный процесс, и его самой ему просто невозможно взять под контроль. Скажу сразу, что это сложный процесс, гормональный процесс, конечно, система гормональная, процесс поддержания сложный, но это полный бред, что этот процесс сложно самостоятельно поддерживать. И, конечно, этот бред кому-то имеет выгоду. Ну, я думаю, что вы знаете, определенным структурам. И давайте я сразу познакомлюсь с теми, кто случайно зашел или кто впервые видит меня. Меня зовут Ольга Мира. Я эксперт молодости без применения лекарств, БАДов, методов современной косметологии и медицины. Мне 61 год, я автор своих антивозрастных программ на лицо, тело и, конечно же, гормональное омоложение. Потому что без него невозможно поддерживать тело и лицо в том состоянии, в котором вы хотите видеть его всю жизнь. Более 25 лет я занимаюсь этой темой, беря за основу даосское направление, энергетическое направление и работу с мозгом. Также напоминаю, что я практикующий целитель, квантовый специалист по работе с подсознанием. И эти знания как раз помогают мне создавать те безопасные программы, которые помогают мне и моим клиентам. Вот, аналогов моим программам и курсам нет. И да, это так. А смотрите, когда, давайте продолжим. Когда женщина репродуктивного возраста внедряют мысли, что следующий возрастной период, который врачи называют климаксом, невозможно пройти без гормона заместительной терапии. Ну, а это, хочу вам сказать, ложь, откровенная ложь, потому что вы видите меня, 61 год, и я никогда не принимала гормоны, и у меня в планах нет этого делать. И также я рекомендую этого не делать другим женщинам. Но так как женщинам более молодого возраста предполагают эту мысль заранее, то они кушают, можно сказать, эту информацию, привыкают к ней заранее и создают такой бредовый шаблон в голове, что без этого прожить нельзя. И начинают бояться этого периода. Или принимают, у них два варианта. Боятся, ну, что из этого выйдет. И принимают версию этих специалистов, которые навязывают эту версию. Вы знаете, я много говорю в эфирах на эту тему. И сейчас повторю, что даже древние даосы
знали и применяли безопасные практики самостоятельного урегулирования гормонального фона сами более 5000 лет назад. Но вообще наши биологические тела на самом деле не изменились. Меняется только мозг, он расширяется. Но здесь больше создаваться должно вопросов на эту тему. Но вопросы люди почему-то не задают. А так как я занимаюсь работой с мозгом, я знаю, как работает мозг, я знаю новые технологии инновационные по работе с мозгом, с подсознанием. И у меня в голове всегда очень много вопросов, которые, когда я вижу версии тех специалистов, которые вот гормоны применяют, я не знаю, применяют они сами ли, но рекомендуют всем остальным. Я вчера планировала эфир, я вчера пробежалась по Ютубу по этой теме и посмотрела, насколько много специалистов рекомендуют действительно гормонозаместительную терапию, и они реально считают, я считывала их пространство, и они реально считают, что только так должно быть. И это главное, и без этого ну вообще никак не обойтись. Но сами же эти специалисты, кто над ними стоит, имеют другую точку зрения, многие. У кого более расширенное сознание, кто более глубоко внедрился в эту тему. И еще несколько лет назад говорили, что неизвестно, что с людьми будет через 10-20 лет, с теми людьми, кто сидит на гормонах. Ну, давайте не будем. А вот почему, как вы думаете, у нас так легко женщины молодого поколения внедряют эту мысль? А я вам скажу почему. Потому что у даосов, даосские женщины, они воспитывают своих девочек с любовью, с истинной любовью, с заботой. И они воспитывают с детства, мамы воспитывают своих девочек и подготавливают их к возможным каким-то гормональным качелям. Потому что в течение жизни это много раз проявляется гормональные качели. Это и подростковый период, помните, да? Прыщи, настроение и так далее. Затем детородный период, это зачатие, беременность, послеродовой период, это такая же история. Да и также взять, например, период, когда ПМС, это тоже на своеобразные гормональные качели. И почему-то больше внимания уделяют тому возрасту, который называют климакс. И пугают им реально с раннего возраста женщин. Вот смотрите, разницу уловили? Я думаю, что уловили. Как воспитывают даосские женщины детей своих, не детей, а конкретно девочек. И как нас воспитывали? Никак. У нас не так, вообще далеко не так. У нас как только петух клюнул в энное место, и все, понеслись куда-то, кому-то, лишь бы кто-то помог. Вот. И с детства, конечно, не развивают ту осознанность нашей мамы, что самостоятельно необходимо заботиться, научиться заботиться самостоятельно о своем здоровье и тем более о собственном своем гормональном фоне. Вот вы думаете, я какая-то другая? Ну кто вот такие знания получал с детства? Напишите, пожалуйста, мне вот интересно под этим видео или сейчас, кто получал такие знания с детства от мам?
Ну, я не получала. И, конечно же, вы тоже не получали. Поэтому я в 35 лет стала старухой. И, конечно, это был страшный период для меня. Ну, как страшный. Сейчас я смотрю на это по-другому, с высоты прожитых лет. Мне 61, и тогда 35, да? Конечно же, я помню этот период. И помню последствия этого периода, как я выкарабкивалась из этого периода очень долго. Я это все помню. Но ничего не происходит просто так. Я всегда с юмором говорю, а зато мир получил безопасное направление. Естественное вложение с Ольгой Мира. Да, если бы меня тогда петух не клюнул в иное место, я бы не знала ничего о таких безопасных направлениях, как переход из одного гормонального состояния в другое. Легко, комфортно, безопасно, с помощью определенных практик и работы с мозгом. И, конечно же, мои клиенты не знали, клиенты, клиентки в основном. И, конечно же, ну, мир бы что-то потерял. А я самая первая в том числе. И сейчас вот я скажу, смотрите, девочки, очень ценную мысль, которую можно развивать в наших прекрасных головках. Она очень ценная. Пожалуйста, не пропустите ее. Многие ходят по анализам. Вы все почти знаете почти все про вашу щитовидку. Ну, вы так думаете, что вы знаете почти все про нее. И другие показанные вам органы, гормоны. Почему показаны вам? Потому что их около 70, а вам показано небольшое количество. Ну, можно сказать, основных. Но про самый главный гормон, который руководит всей этой непростой системой, немногие слышали. А почему? Вот как вы считаете, почему? Никто не говорит, что есть такие главные гормоны, которые руководят всей этой системой, всей этой конструкцией, которая будоражит нас из одного состояния в другое. Никто об этом не говорит во всеуслышание. Так вот, мои хорошие, а я скажу, а я расскажу, потому что у меня огромные познания в гормональном омоложении. Ну, потому что вы видите меня в 61 год, и я отличаюсь от своих сверстниц, правда? Да, я отличаюсь и внешним видом, и своим энергетическим ресурсом, работой мозгом и многими показателями. А почему? А потому что я для себя открыла и приняла безопасные методы даосских традиций, через которые прошли очень много людей. Представляете, 5000 лет назад, по этим традициям 5, более 5000, даже точно не знаю, сколько более 5000 лет назад, сколько женщин прошли уже за этот период. Ну, трудно сосчитать. Логично? Конечно, трудно. Это невозможно. Но сколько уже прошли и за эти 25 лет, а я более 25 лет веду эту тему, я просто не подсчитывала. Я не думала, что это так важно для многих людей узнать, сколько прошли там мои обучения, мои консультации, мои исцеления. Ну, это много. После 2000 консультаций своих я уже перестала вести эти записи и кому они нужны вообще-то. Вот. Много людей. Это действительно очень много. И смотрите, ни один, смотрите, у меня нет ни одного негативного отзыва. У меня нет нигде, чтобы мелкими буквами было подписано, что там что-то вас, может быть, коснется как-то не так, как вы предполагаете. И это говорит о том, что это стопроцентные безопасные методы. Да, они когда-то помогли мне выйти из того периода, когда я
Ну, мое тело просто распалось, стало распадаться, и никто не мог мне помочь, кроме меня самой. И тогда я поняла, какие резервы у нас внутри заложены. Я начала собирать все в коробочку свою, бесценную коробочку, все эти ресурсы, которые я усиливала теми инновационными квантовыми технологиями, которые уже пришли в наше время трансформационное. Но хочу вам сказать такую интересную вещь. В моих обучениях у меня три квантовые технологии, плюс одна — это моя. Так вот, когда я провела анализ с древними даосскими технологиями, то я обнаружила, что они имеют между собой общее. Понимаете? Все, что новое, инновационное, это хорошо забытое старое. Нет ничего нового в этом мире, просто человечество что-то забывает. А может быть, я думаю, стирается, есть какой-то механизм, который по каким-то причинам стирает эту память у человека. Вот как. Но это мое мнение. Так вот, я расскажу, чего необходимо восстанавливать гормональную систему, с чего начать на самом деле активацию своего гормонального фона для того, чтобы самостоятельно управлять им. Девочки, это на самом деле очень легко. И это доступно каждой из нас. И поэтому про все это я вам расскажу уже на закрытом мероприятии. Но хорошая новость, оно бесплатно для вас, подарок. Бесплатный практикум, который я проведу уже завтра, он так и называется «Баланс гормонов без лекарств». Завтра, 4 июня в 16:00 по Москве, он пройдет. И более того, я не только расскажу информацию очень полезную, но и дам 4 рабочие практики на активацию из древних даосских традиций, которые очень легкие, простые, и на них долго время совсем не нужно тратить, которые использовали, напомню, огромное количество женщин 5000 лет назад и сейчас, к которым они пришли, которые использую и я все это время. И вообще не собираюсь их бросать, потому что это самое ценное во всей системе естественного омоложения. И вот смотрите, кому зашла тема самостоятельного урегулирования своей гормональной системы, проходите по ссылке под этим видео и принимайте методы наших предков. Безопасные методы, мои хорошие. Самые безопасные методы восстановления своего собственного гормонального фона и поддержания его в том состоянии, в котором вы хотите видеть всю жизнь. Смотрите, обычно имеются скептики. Их, правда, мало в моем окружении. Становится с каждым годом все меньше и меньше. Я тоже могу сказать, ну, кто не верит, но скажу истину. Неверие — это позиция ребенка. Когда человек не доверяет себе, в первую очередь, ну, потому что тут других-то нет. Весь мир — это то, что мы создали. Здесь нет чужих людей. Все люди — это фрагменты, которые отображают то, что заложено в нас, и что нам необходимо в отношениях проработать. Поэтому когда человек говорит, я не верю, то я понимаю, что у человека есть выгода быть в позиции ребенка. Вот, это вам вопрос на домыслие, размышляйте. Более того, не веря себе, вы не верите той разумности, той силе, хоть как назовите Бог, Творец, Создатель, Вселенная, высшая сила. Та сила, которая нас создала,
Заметьте по образу и подобию. Обязательно поразмыслите над этим. Вот такой небольшой короткий эфир я провела. Эфир, можно сказать, приглашение. Заинтересовало вас, потому что то, что я дам, очень коротко, очень понятно, очень доступно. И если вы были уже на моих каких-то мероприятиях, вы уже должны понимать, что у меня все просто, легко, и нет замысловатости. И единственное, что это необходимо принять и делать. И тогда будет 100% результат. Никогда не будет отката, если вы не будете пропускать и делать всегда, постоянно те практики, применять ту информацию, которую я вам даю, и у вас будет всегда стабильный результат. Это что значит стабильный результат? Ну, по данной теме, это стабильный гормональный фон. Без скачков, без волнообразных скачков вниз-вверх. Тот гормональный фон, в котором необходимо нам, женщинам, жить, чтобы быть не только в довольстве. В удовольствии, которое приносит нам и удовольствие. Вот так я хочу вам сказать, мои хорошие. Ну и все. На этом я заканчиваю. И, пожалуйста, приходите на этот безоплатный мой подарок. Конечно же, это подарок. Как вы знаете, я люблю дарить подарки. И у кого сомнения, просто спросите, подумайте, а почему я сомневаюсь принять ту информацию, которая мне во благо? Это же мне во благо. И почему мозг отторгает это? Потому что сомневаетесь на самом деле не вы. Находите какие-то отговорки, нет времени или еще какая-то история. Все это не ваши мысли. Это мысли ваших предков, вашей родовой системы. И поэтому, чтобы перейти в новое, чтобы жить качественно, долго, красивом, молодом, здоровом теле, необходимо иметь здоровый гормональный фон, девочки. И поддерживать, не только иметь, но и поддерживать его самостоятельно всю жизнь. И тогда будет эффект. Эффект, который будет радовать вас, когда вы будете глядеть на себя, на свои глаза, которые всегда яркие, лучистые, привлекающие внимание, из которых идет свет. Такие глаза нравятся людям, и с такими людьми хочется общаться. Так что приходите, пожалуйста, забирайте подарок под этим видео. Я размещу все. До встречи на бесплатном практикуме, мои дорогие. И сейчас я прощаюсь с вами. Благодарю тех, кто присутствовал на эфире, и тех, кто будет смотреть записи. До скорой встречи. Завершаю эфир.